А в настоящем на новоренгойской сцене артисты хоровой капеллы Тюменской филармонии. В репертуаре песни из популярных отечественных фильмов. Премьера песни «Подруг» из кинофильма «Девчата» состоялась накануне Международного женского дня больше полувека назад. Съемки проходили в экстремальных условиях от плюс 30 до минус 40 градусов. Тюменским артистам тоже есть чему удивляться. Говорят, ямальский снег на пороге лета поразил, но на радушие зрителя никак не повлиял. За четверть века творческий коллектив дал больше 2000 концертов. Приезд артистов такого уровня стал возможен благодаря соглашению между Тюменской областью, Ямалом и Югрой. Такое звучание, такая мощь. Ну вот вообще, когда вообще хор, когда звучит, тем более хор смешанный, это, во-первых, редкое звучание очень для нашего города. Такой звук, он просто... Сносит, крышу сносит. Своим творчеством тюменские артисты радуют и ноябрьских зрителей. На сцене ансамбль «Зори Тюмени», выступавший с гастролями в 25 странах мира. Каждый номер – экскурс в историю и культуру Тюменской области. Проект по культурному обмену открывает новые возможности. Абсолютно правильный, очень нужный и в реалиях современного мира, тем более, этот проект. Поэтому огромное спасибо губернаторам за такую возможность нам показать творчество. Очень счастлива такой возможности. Большая благодарность губернаторам наших округов, что дают такую возможность нам посмотреть прекрасные концерты. Культурное сотрудничество между регионами будет продолжено. Виктория Воронецкая, Анна Селезнева, Иван Гавриленко, Ярослав Кудринок. Время Ямала.